Так, здесь кто-нибудь? А нет, это пустое убежище. Для меня одного. Только доски, наверное, можно найти и все. Естественно. Естественно. Хорош закат, хорош. Опс, я сейчас сам убьюсь, я чувствую, такими темпами. Так, все-таки как кидаться-то? Я забыл. Не так. Не так. Ядрись коптить! Ты как, нормальный? Пс, взял, ушел. На Г не получается. На, к чертям. Дождался, и ладно. Десять часов спустя. Да, ну в прошлый раз мне не просто так дали очки, понятно. Здравствуйте. С утреца пораньше. Сразу по голове получить. Нормально? Так, это все открыто уже. А вот здесь можно надобыть какого-нибудь мусора нормального. Например, аптечка. Аптечка была здесь вроде, нет? Нет, аптечки нету, к сожалению. Здесь холодильник. Но у меня максимум ХП. Можно было и на потом оставить. Ну да ладно. К чертям. Ну, не вставай, парень. Так, и где у нас вентиль-то? Понятно. Вентиль за туннелем. Тоннель, надеюсь, не заблокирован. Так, ребят, ребят. Тут просто... Да пошла ты нафиг, а! Отлично, ты еще? Прям сидел, ждал меня, да? Этот вообще в махач пошел. Отстаньте, ребят, отстаньте. Особенно ты. Гореть неохота. Блин, не дали выносливость восстановить. Гори, гори ясно, чтобы было всем ясно. Здравствуйте, я вас ждал. Отстань, отстань, парень, отстань. Да давай размочи ему уже голову, заколебал. Опять кто-то топал, но никто не бежит. Значит, никто и не топал. А все это просто глюки. Оп. С этим уже не про канал, а бесплатная починка. Отстой. От парня мало что осталось. Так ему и надо. Не все еще отрыгались, да, я смотрю. Быстро потух. Молодчик. А то я люблю горящие туловища. Обыскивать и сам сжигать при этом. Точнее, сгорать. Нет, это надо точно посмотреть. Элементы управления. Какого хрена? А, но у меня все равно нечем. У меня же нечем. Ну, пожалуйста. Ну, как кидать-то? Юперница.
Альт! Нет, не альт. Да отстань ты от меня. Пошел вниз. Я смотрю, как кидать всякие штуки. Ну, хочешь залезть, залезай. У тебя будет минус голова сразу же автоматически. А, плевать на вас. С высокой колокольни. А, на среднюю кнопку. Я вспомнил, черт возьми. Ну или на колесико, кому как. Средних кнопок сейчас уже нет, но в принципе колесико это и есть средняя кнопка. Ну хотя может у кого-то и есть трехкнопочные мыши до сих пор. А так их не выпускают уже 100 лет. Так, отстаньте. Да хватит меня жрать уже. Спокойно. Спокойно, я сказал. Блин, вас еще много, господа. Меня это напрягает, честно говоря. Да отстань ты, а. Фу, какие вы приставущие. Это жесть какая-то. Чё, почикаем немножечко напоследок-то. Остановись. Ты что-то долго думал, что сейчас произойдет. Рот открыл и все. Трупов что-то многовато нынче. Надо заменить сломанную биту каким-нибудь другим оружием. Ну, до этого еще дойдет. А пока полутаем немножечко. Да, ребят здесь было немало и реально. Ага, меня туда. Я надеюсь, там никаких взрывных уродов не будет, как в первый раз, когда я туда пошел. По миссии-то. Я, правда, без миссии в это помещение уже, по-моему, ходил, насколько я помню. И спрашивал, нахрен оно нужно? Ну что, заглянем. Здрасте. Чем меня бесит ножик, так это... А как ты без головы остался? Видимо, об бетон ее потеряла немножечко. Вот он и вентиль. Такс. По-любому здесь будет всякая бесполезная херотня. Естественно, разоль, может быть, орешков каких-нибудь. Ты-то, мать твою, откуда? Так, куда идти-то? Налево. Хорошо. Здрасте. Конечно, как я встаю, сразу же по морде получаю. Не, ребят, с вами я уже разбираться не буду, неохота, реально. Только что махач был. Вселенских масштабов. О, ну хоть что-то полезное, наконец-то, аптечка целая.
Сразу же орешки. Там парень реально подготовился. Вместо изоленты и кофе взял на апокалипсис жратву и аптечки. Хоть кто-то с мозгами был. Слушай, отстань от меня. Блин, сзади меня недозараженные эти придурочные. Иди сюда и не лагай, придурок. Женского пола. Ну кто здесь забор поломал? Мне опять с ними махач устраивать. Окей, ладно. Только с ножиком как-то... Не думаю, что я долго проживу и много убью. Да хватит срать на меня, скотчина, уберись ты нахрен. Чик-ч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 ик. Чик-ч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 ик-
Чё стоим, кого ждем? На что смотрим? Спасибо, что упало, можно теперь просто сделать вот так. Спасибо, что упало, можно опять-таки сделать просто вот так. По шее ножом давно не получал. Я думаю, никогда. Раз ты все еще жив. О, ментовская машина. И даже скорая есть. Что это за склад такой, к которому вообще все вызвали? Ой, да ладно, только вас не хватало, а? Здорово. Ты меньше ругайся и больше дерись. Каждый твой замах мой пинок, парень. Ой, извини, я пнул твоего мертвого друга. Наверное, так обидно, да? Упс. Так, что у вас тут есть? Даже лучше, чем у меня. Молоток. А ты-то с чем бродил? Где твое оружие, парень? Серп. Ну, это лучше. Топорик. Не знаю, насколько лучше. Может быть, тоже не особо. Так, а что с ножом? Нож меня достал. Толку от него. Чё прекратите? Успокойся уже, а? Вставай, ты здесь так и будешь валяться, что ли? Я уже всех замочил, успокойся. А ладно, хрен с тобой. Разбирайся сам в своих приколах мозга. Я тебе не психиатр тут, блин. Ты вставать будешь, придурок. Ну давай, делай, я не знаю, что-нибудь. Встань для начала, я тебя прошу встать. Потому что мне, блин, некогда разбираться. Там опять гуманитарку сбросили. Блин, это наверху. Отлично. Лучше просто не бывает. Ну, я так не забыл. Хрен с ней. Парень. Вон иди, а. Там вон валяется мужик, ему плевать. На все. Он даже отбиваться не будет. Ему даже вставать в лом. Он очень ленив, поэтому сдохнет скоро.